Привет, друзья! С вами вновь Денис Терентьев, и я могу сказать, что я охренительно по вам соскучился. Надеюсь, что это взаимно. И сегодня я хочу рассказать вам, как сыроеду приготовить черную икру. Вы подумаете, да, дожился чувак. На 9-м году рассказывает, как сыроедам приготовить черную икру. И это действительно выглядит очень странно. Но на самом деле, мой быт, вся моя жизнь крайне проста. Но при этом девочки любят всегда что-то посложнее. И поэтому моя жена меня мурыжит уже какой день и говорит, давай мы снимем этот ролик про черную икру, потому что она охренительно вкусная. Но я подумал, что не все, конечно, такие вот минималисты, как я, которые едят только яблочки и морковку. Есть люди, которые только начинают, и поэтому я согласился с ней, потому что она просто не давала мне проходу. Однако у вас характер. Будь я вашей женой, я бы тоже уехала. Если бы вы были моей женой, я бы повесился. Хам! Я говорю, ну ладно, мы снимем этот ролик про черную икру. И она обещала, что она будет вкусной, и в конце я ее попробую. Что я хочу еще вам сказать? Хочу вас сразу же порадовать, что в конце ролика будет для вас очень классный сюрприз, поэтому обязательно досмотрите до конца. А сейчас, если вы хотите, чтобы на канале выходило больше сыроедных рецептов, сразу же поставьте лайк, и мы начинаем. Федюнчик, а там что такое? А, почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная, да, заморская икра. Баклажанная. Для приготовления сыроедной черной икры нам понадобится вода 10 столовых ложек, семена чия 2 столовых ложки, спирулина 2 чайных ложки. Также спирулину вы можете заменить на перемолотые в кофемолке у любые ваши любимые водоросли. Также сок 2 долек лимона, немного соли, если вы едите для вкуса, и 1 зубчик чеснока, измельченный на мелкой терке. Тоже, если вы едите, можно не добавлять. Сыроедная черная икра в приготовлении очень проста. Для начала смешаем воду и семена чия. Затем добавим спирулину. Также добавим соль. И чеснок. Дальше, как вы, наверное, уже догадались, добавляем сок лимона. И хорошенько-хорошенько смешиваем. А пока мы готовим нашу сыроедную черную икру, поговорим о ее пользе. Семена чиа содержат в себе антиоксиданты, которые помогают нам бороться со старением. Омега-3 и омега-6 кислоты понижают уровень холестерина в крови. Лимон содержит в себе витамин С, который укрепляет иммунную систему. А чеснок, если вы его добавляли, конечно, дает антипаразитарный эффект. Самый главный секрет приготовления этой сыроедной черной икры заключается в том, что надо выждать 10-15 минут, чтобы получилась вот такая вот желеобразная структура. Ну а сейчас, кажется, мы уже хорошо все перемешали. Семена чиа дали вот такую вот консистенцию. И можно сказать, что наша икра готова. Итак, пойдем пробовать? Да, снято. А где стерлядка у нас? Она замороженная лежит? Или... Да, ты пожарил, ты прокладался? Да, прям что-то икры насмотрелся, и это... Блин, опять забыл камеру выключить. Ой-ой. А теперь обещанный сюрприз. И его победитель по результатам данного конкурса, а это будет конкурс, получит в подарок любой из моих курсов. Система эффективного перехода на сыроедение, рацион эффективного сыроеда, психология видового питания, эффективная беременность на сыроедении, либо эффективное сыроедение зимой. Для этого нужно выполнить несколько простых условий. Во-первых, поставить лайк этому видео, написать в комментариях ниже свой комментарий, а также свой ник в Telegram. Также нужно быть подписанным, естественно, на мой YouTube-канал и быть подписанным на нашу группу «Эффективное сыроедение» ВКонтакте. Подробная инструкция и все ссылки будут опубликованы ниже под этим видео. 3 мая этого года мы разыграем данный конкурс и, собственно, объявим победителя. Победитель будет объявлен именно в нашем Telegram-канале. Ребят, неимоверно вкусно. Черную икру мажем сантиметрами. Жизнь удалась. На сегодня у меня все. С вами был Денис Терентьев. Счастливо. Увидимся.